сегодня студенты Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Макаровича Шукшина и бойцы студенческого педагогического отряда «Земляки» находятся на родине Василия Макаровича Шукшина в селе Сроцки, в средней общеобразовательной школе имени Василия Макаровича Шукшина. Сегодня у нас происходит первый окружной форум лидеров детских организаций «Возьмемся за руки, друзья» в рамках российского движения школьников. Пригласили всех лидеров детского движения Бийского района, и к нам приехали еще лидеры Смоленского района, Солонежинского района, лидеры школы Стычевской, Солоновской школы. И здесь мы будем обучать ребят, как правильно быть лидером, и, конечно, отдельные станции для руководителей, для вожатых, для педагогов-организаторов, для заместителей директора по воспитательной работе, тех, кто является как раз координатором детского движения в школах. А здесь вы можете увидеть выставки наших учеников школы, и у нас каждый год проходит конкурс «Красивого на земле много», да, и дети выставляют, мы выбираем Девчонки, а вы откуда? Со школы! Вы с этой школы? Да! Оля, насколько мы знаем, ты закончила данную школу. Ну да. А что ты вспомнишь со школьных времен? Ой, всякие мероприятия, КВН, стартин. У нас было много мероприятий таких вокальных и танцевальных. Они у нас всегда вывешивались в спортзал на Новый год. Знакомые все люди. Даже не знаю, что говорить. Юрий Николаевич Фролов будет причастен к тому, что вы сейчас увидите. Давай не о том. Где ты сейчас работаешь? Я работаю в Сычевской средней общеобразовательной школе учителем истории и обществознания. Где ты как оказался? Все по тому же, по работе я еще совмещаю ставку вожатого в школе, поэтому меня сегодня сюда как бы прикомандировали, можно так выразить. Yeah.
объект реализации программы, воспитательной программы школы. И нужно сказать, что вот детство как раз это тот особый общественно значимый мир, который постоянно находится в движении и в развитии. Он как губка воспринимает вот все те правила, нормы, ценности именно взрослой жизни. И это не секрет, потому что главная эта цель детства – это как раз взросление. Я знаю, что... Оно, так вообще-то вы так не делаете. Я ему так делаю. Я так делал, это я мог это делать. Вы видите, первый блок – это как раз экскурсии по селу и запланированных интерактивных занятий в музее, где дети знакомятся с нашими сроками, с историей села. Как мы будем знакомиться, а? Алиматрин, мои комплименты! Комплименты, ну что, давайте. Поиграем мою любимую игру. Сейчас от меня рассчитается на первый, второй. Участника событий на острове Даман, Сумбакова Николая Ивановича. Вот он встречался. Причем он у нас в школе частый гость, и всегда ребята охотно его слушают. Он очень интересно рассказывает. Урок назывался «Есть такая профессия, Родину защищаем». Мы деток вам возили на троицу. Замечательно. Теперь ваша задача – представиться друг другу и сделать комплименты друг другу. Ну что, начнем? Я рада познакомиться. Новый виток и другие задачи. Лидерство. Наш главный девиз. Только как есть или иначе. Только вперед. Вверх, а не вниз. Мы начинаем церемонию закрытия окружного.